Новый век. Молодая развивающаяся телекомпания, единственная коммерческая в Республике Тыва. В эфире с 2001 года с охватом территории города Кызыла. Сегодня телекомпания занимается производством информационных выпусков новостей и тематических программ. Программа «Новости» – первая программа, запущенная телекомпанией «Новый век» 2 февраля 2001 года. По сей день в ней телезрители находят самые свежие и оперативные материалы корреспондентов телекомпании. Один из самых популярных телепродуктов в Туве – программа «Патруль». Это обзор происшествий за неделю, все самое горячее и резонансное. Она производится при информационной поддержке регионального министерства внутренних дел. Авторами программы являются не только сотрудники телекомпании, которые оперативно выезжают на место происшествия, но и телезрители, присылающие свои видеоматериалы в программу. «Услышать каждого» – дискуссионный клуб, членом которого может стать любой человек. На этой аналитической площадке обсуждаются острые злободневные вопросы. Приглашаются представители региональной и муниципальной власти. А люди искусства, образования, здравоохранения и других областей, добившиеся определенных успехов в своей профессиональной и общественной деятельности, являются мотиваторами любых позитивных начинаний. «Скажем, покажем» – развлекательный проект «Телевизионный гид» по лучшим предложениям товаров и услуг города Кызыла. Сетевым партнером телекомпании «Новый век» является телеканал ТНТ. Хронометраж вещания 16 часов в неделю. За 15 лет существования телекомпания сколотила крепкий коллектив. Каждый сотрудник компании, от корреспондента до редактора, от техника до главного инженера, пытлив, обучаем, мобилен и оперативен. «Новый век» – победитель всероссийских, сибирских и региональных конкурсов журналистского мастерства. «Новый век» – молодая развивающаяся телевизионная компания, которая не стоит на месте, растет и развивается с родной Тувой и великой Россией. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные, удобные условия по займам. Накануне глава Тувы Шалбан Караул проверил качество ремонта дорожного полотна на одной из самых оживленных улиц Кызыла – Ангарском бульваре. Этот участок городской дорожной сети значился первым в перечне убитых дорог, составленном по итогам народного голосования, и поэтому был объявлен приоритетным объектом финансирования из регионального дорожного фонда на 2017 год. По данным Миндортранса Тувы, на ремонт около 800 метров дорожного покрытия было направлено более 40 миллионов рублей, 39 миллионов из которых – средства фонда, остальные из бюджета города. Были отмечены неровности асфальтового покрытия и малая ширина островка кольцевой развязки, создающие трудности для автомобилей с удлиненной колесной базой вроде автобусов. Как пояснили строители, работы по реконструкции дороги остановлены на стадии чернового варианта в связи с окончанием строительного сезона. Ремонт будет возобновлен весной, когда установятся положительные температуры. Кроме того, по условиям контракта мэрии Кызыла с подрядчиком, дороге установлен трехлетний срок гарантии, в течение которого дорожники будут устранять все возможные разрушения полотна. В прокуратуре Тувы прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики. Региональная прокуратура в ходе надзорной деятельности за текущий период 2017 года выявлено более 370 нарушений законов, опротестован 31 незаконный нормативный правовой акт. В суды направлено 18 исков. Сумма заявленных требований по ним увеличилась с прошлогодних 660 тысяч рублей до более 5 миллионов рублей в текущем году. На данный момент рассмотрено и удовлетворено 13 исков более чем на 2 миллиона рублей. Два иска на около 170 тысяч рублей прекращены ввиду добровольного исполнения. По выявленным нарушениям антикоррупционного законодательства прокурорами внесено более 150 представлений, по результатам рассмотрения которых дисциплинарной ответственности привлечено 144 должностных лица. За совершение коррупционных правонарушений к административной ответственности привлечено 5 лиц. В текущем году в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц прокуратурой направлено 11 материалов проверок, по которым возбуждены уголовные дела. Установлено 2 преступления, совершенные организованной преступной группой. В рамках проекта гранта Всемирного фонда природы России проводится антибраконьерское патрулирование места обитания снежного барса в кластерных участках Шуй и Ужбилдыр природного парка Тыва. В ходе рейдовых мероприятий на территории кластерного участка Ужбилдыр госинспекторами выявлено 7 нарушений природоохранного законодательства и установленного режима особо охраняемых природных территорий. Также в ходе рейдовых работ проводилось обслуживание установленных камер на участке Шуй природного парка Тыва, поиск следов жизнедеятельности ирбиса, расширение
сети фоторегистраторов на данных участках. За время рейдовых мероприятий проверены ранее установленные на территории парка фотоловушки и получены с камер слежения фотоматериалы с территории участка Шуй. Анализ фотографического материала, полученного с камер слежения с территории участка Шуй природного парка Тыва, отмечает постоянное присутствие снежного барса. Из резервного фонда правительства России дополнительно выделят более 208 миллионов рублей на повышение зарплаты работников федеральных государственных учреждений культуры. Распоряжение об этом размещено на сайте Кабинета министров. Это касается работников музеев, библиотек, театров и других учреждений. Деньги выделены для того, чтобы зарплаты работников культуры достигли показателей, установленных майскими указами президента в 2012 году, уточняется в пояснительных документах. А по одному из этих указов с 2018 года заработная плата работников не должна быть меньше, чем средняя в регионе, где они трудятся. А в этом году должна быть не ниже 90% от среднерегиональной зарплаты. И 208 миллионов должны позволить выполнить показатели этого года, сообщает «Российская газета». И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 33 копейки, евро 69 рублей 20 копеек. Петербургский оптовый склад номер 11 представляет. Ликвидация склада обуви. Более 100 моделей для мужчин и женщин. Скидки до 70%. Только один день, 2 декабря, в Центре русской культуры. Кочетова, 135. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир «Комфорт-класса» в новом жилом комплексе «Арбан-Сити». Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семёновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Смартфон Philips с мощным аккумулятором всего за 6490 рублей. rbt.ru. Сегодня в Туве стартовала вторая республиканская школа молодого ученого. По словам организаторов, школа проводится для обучения молодых ученых, учителей, врачей и специалистов основам проектной и научно-исследовательской деятельности, также внедрение лучших научных идей в промышленное производство, сельское хозяйство, сферу культуры и общественных инициатив. Так, в Кызылском колледже экономики и права прошло первое занятие, где участники узнали о создании проекта, в защите и его оформлении. Отделение порядка 25 человек. Это в основном работники ведущих научно-исследовательских учреждений, но опять же, только членами РУСМУ мы не ограничиваемся, потому что мы активно привлекаем молодых специалистов из других организаций, как научных, так и, собственно вот говоря, молодых врачей мы привлекли в этот раз, молодые учителя.
Организаторами выступили региональное отделение Российского союза молодых ученых в Туве и Министерство образования и науки республики. Отмечается, что формат мероприятия в виде цикла интенсивных обучающих занятий, тренингов и мастер-классов оказался востребованным и результативным по итогам первой школы. Так и сегодня проектная школа собрала более 70 участников из разных учебных заведений республики. Хотелось бы узнать, как строятся бизнес-планы, проекты. Хотелось бы узнать проблемные вопросы Республики Тыва, чтобы активизировать свою научную деятельность самому и преподать ее студентам. Кроме того, организована и деловая игра, в рамках которой присутствующие учились оформлять свои проекты, а в дальнейшем участвовать в различных грантах. Напомним, первая школа молодых ученых прошла в 2010 году. Тогда участниками стали около 60 человек. Половина из них поступила в аспирантуру, 3 человека защитились, 4 подготовили диссертации и защитятся в ближайшее время. Есть выигравшие грант председателя правительства Тувы. Сегодня в Кызылском колледже искусств имени Ростислава Кенденбиля прошла презентация книги «Мифы тувинского народа на трех языках» – тувинском, русском и английском. Издание разработано участниками форума «Команда Тувы-2030». Изначально сборник мифов тувинского народа должен был выйти в электронном варианте. По словам организаторов, работа по этой части все еще ведется. В книгу вошли 9 мифов, связанных с традиционным бытом тувинцев. Как признается одна из разработчиков книги Марина Болган, работа над сборником длилась несколько месяцев – и выпустить ее было твердым решением, которое удалось сегодня реализовать. Обращаясь к читателям, она призвала сохранить богатое наследие предков – устное народное творчество. «Мифы тувинского народа» издана уже в 1000 экземплярах. Тогда она не была недоработана, но мы все доработки сделали, и она уже вышла. Мы издали ее. Сегодня у нас проходит презентация книги на трех языках. Данная книга создана, подготовлена на основе сборника «Мифы и сказания тувинского народа» Алексея Дугеровича Арабчора и предлагается для широкого круга читателей. В физкультурно-спортивном комплексе «Хериал» города Кызыла в рамках республиканской комплексной программы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в республике Пизюрел прошла вторая спартакиада «Старты надежды». Главными участниками мероприятия стали около 80 подростков, состоящих на учетах в комиссиях подразделениях по делам несовершеннолетних и уголовно-исполнительной инспекции. Ребята состязались в 8 видах соревнований – бросок баскетбольного мяча в кольцо, отжимания, дартс, веселые старты, прыжки в длину и другие. По итогам спартакиады победу одержала команда города Кызыла. Второе место занял Пихемский район. Третье место присудили ребятам из Кызылского района. Вы любите выделяться? Яркий стиль – это ваше второе «я»? Тогда вам в торговый центр 5 звезд, в магазин брендовой одежды «Софиана». Бренд «Софиана» погружает нас в мир моды, изящества и красоты. Ассортимент, несомненно, порадует даже самого искушенного покупателя. Платья, блузки, брюки, юбки – все разных фасонов и расцветок. Одежда на любой вкус. Особое внимание хочется уделить платьям, несомненно, важной вещи в гардеробе каждой женщины. Ищите повседневное? Найдется. Классический наряд? Подберем. Вечернее и кокетливое? Найдем и такое. Вместе с брендом «Софиана» вы будете яркой и неотразимой. Ну а теперь поговорим о верхней одежде. В наши суровые зимы так важно не замерзнуть. Ну и, конечно, хочется выглядеть стильно. И здесь есть именно то, что вы ищете. Качественная и модная одежда. И, кстати, по приятным ценам. Телекомпания «Новый век» рекомендует магазин брендовой одежды «Софиана» в торговом центре 5 звезд. Приходите, выбирайте и создавайте свой неповторимый образ. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. В Кызыле перемена облачность, небольшой снег. Ночью минус 21-23 градуса, днем минус 13-15.
По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Радане погода облачная, без осадков. Температура воздуха утром минус 18 градусов, днем минус 12. На Волге пасмурно, без осадков. Температура воздуха утром минус 15 градусов, днем минус 11. В Танзебее пасмурно, без осадков. Температура воздуха утром минус 22 градуса, днем минус 14.